В общем, за два дня работ, что было проделано, поставлен радиатор, поставлено охлаждение полностью, вентилятор. Идем дальше. Демонтирован люк полностью, срезан, спилен, сняты стекла, боковые, задние. Снят полностью люк, сделаны на их место, ну, по крайней мере, то есть подготовлены стекла из поликарбоната, боковые, задние, то есть все будет крепиться уже к концу проекта. Также доделан капот, багажник, то есть там остались мелочи. Вот. Ну и в принципе сам запуск двигателя, то есть вы видели, был произведен, то есть была найдена ошибка. Почему не заводилось тогда? Вот, ну и в принципе все. Завтра планируется заварить днище, выхлоп, установка капота, багажника уже, ну, подгонка. И, наверное, передняя подвеска будет тоже собрана и поставлена. Вот, пока все.